Мне понравился лагерь больше всего жинка, капуэра, все, что было здесь. Мне все понравилось. А этот лагерь просто клевый. Просто чудесно, чудесно. Я даже не знаю, как описать. Тихий час понравился. Как раз там кормят. Тренера мне нравятся. У них очень интересные занятия. Еще мне понравилось подарок и полоса препятствий. Мне понравился подарок. Понравилось, как играли в соло. Понравилось музыкальное занятие тоже. Мне понравилось, лишь как мы спали. Мне понравилось соло. Алина и Роман, они хорошие тренера, я бы думал, что лучше. И больше всего мне понравилось играть на макулеле. И как мы пели, тренировались в капуэре, играли в капуэре и соло показывали. Мне понравилось заниматься и подарки. Мне очень нравится, когда все занимаются. Еще я люблю играть на инструментах. Мне дали вот такой вот браслет Абада Капуэра и новая майка. Люди должны заниматься капуэрой, чтобы они были сильными. Я хочу еще раз приехать в лагерь. Может, им все понравилось. Нормально.